Не побоялась, и дело пошло. Анар Серикжанхозе из Усть-Каменогорска прошла курсы начинающих предпринимателей, выиграла грант в размере 3 миллионов тенге по дорожной карте бизнеса, открыла две промышленные теплицы. Сама бизнес-леди признается, что не привыкла сидеть сложа руки, и даже инвалидность по зрению не стала помехой. Сейчас в ее парниках площадью больше 60 квадратных метров выращивают экологически чистые овощи, огурцы и помидоры, которые затем продают в местных магазинах. Сложа руки, сидеть не привыкла. Всего в жизни я добивалась сама. И открытие собственного дела стало новым вызовом в жизни. Сейчас все силы вкладываю в развитие своих теплиц. Занимаясь этим кропотливым занятием, я забываю о недугах. В ее планах все-таки построить капитальную теплицу, круглогодичную. Ее пример – это показатель, это стимул для многих, кто сейчас сидит, смотрит, слушает.